Группа «Бен» в скором времени порадует живым выступлением поклонников по всему Казахстану. Ребята отправляются в свое первое турне. Да, дай бог, уже скоро поедем. Гастрольный план таков. Сначала заедем в Жезказган 18 марта, 19 в город Сатпаев. Там побудем пару дней, а потом 23-го выступим в Караганде. И последний концерт дадим в Балхаше 24 марта. И если вы думаете, что в репертуаре у ребят только пара песен, вы очень ошибаетесь. У нас есть 14-15 готовых композиций. Новые песни, а также старые. Надеемся, что сможем порадовать наших зрителей. Конечно, перед своим первым турне ребята очень волнуются, тем более если учитывать их совсем юный возраст. Впрочем, в силах своих Бен уверены. Сначала мы, конечно, сомневались, но обсудили с продюсером и пришли к мнению, что все-таки стоит поехать. Тем более, что много слушателей из разных городов нам часто пишут: «Приезжайте к нам, мы вас ждем». Программа для будущих выступлений уже расписана. Во время концерта зрителей ждет много сюрпризов. Также планируем устроить фан-встречу, во время которой все смогут задать свои вопросы. Мы на них обязательно ответим. Впрочем, отвечать на вопросы ребята будут и 15 марта в программе «НГМЕ». Вы можете спросить у них о чем угодно в прямом эфире уже в эту среду на телеканале «Гакку».